Да вы знали, друзья, что вот этот диск, который режет металл без стирания, он металлический полностью. Это как называется крошка, которая здесь использована? Алмаз. Это алмаз, да? Алмаз. Я думал, конкорбит. На одном диске сделано 2000 АГ. Кстати, вот этот диск, который проработал, да, вот он. Вот этот диск, он проработал, сделал 2000. 2000 резов арматуры. Это какой диаметр? 12, да? Да, 12. 12 арматура, 2000 резов, это очень неплохо. Это сравнивается, если, допустим, с обычным абразивным, то примерно сколько разница получается. То есть где-то, если один диск абразивный где-то резать 50-60 резов, да, делает, то... Ну, его сравнивают немножко с другим диском. Mm. То, что на упаковке написано 100 раз больше mm-hmm. резов, его сравнивают с единичкой по нерже. Mm-hmm. Тот делает где-то, по-моему, 15 что ли резов.